Всем приветики! Я хотел бы показать вам, что делать, если у вас на крышке от сковороды, там под ручкой собирается конденсат. То есть получается, сковорода нагревается, здесь собирается пар, и там из-за пара образуется такая вода, конденсат. То есть стекло нагревается, а с той стороны оно холодное, и там под этой стекляшкой, вернее, под ручкой на стекляшке образуется конденсат, и потом он превращается в воду. И я решил эту проблему благодаря тому, что сделал вот эту дырочку. Вот она. Дырочка. А дырочку это можно сделать, просто нагрев какую-нибудь железяку и вставив ее туда. Я вот этим и делал дырочку. Просто нагреваем какую-нибудь железяку. У меня эта отвертка такая острая. И делаем ей дырочку в пластмассе. Горячая железяка легко плавит пластмассу и создает дырочку. И теперь, когда я сделал дырочку, у меня там больше никогда не собирается вода. Я это сделал на плите. Просто взял и нагрел. Можно и зажигалкой, но зажигалкой это будет долго происходить. Проще это на плите. Ну, на газовой плите поднести к конфорке. Вот так вот нагреть. Ну, а потом просто вставить в пластмасску, и она расплавится. Ну, я это делал несколько раз, то есть пока не проплавил так, как надо. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.